Я был единственным ребенком. Жили мы скромно, а родители друг друга ненавидели так, что не могли расстаться. Так что, можно сказать, в состоянии эйфории я пребывал с момента рождения. Когда я услышал термин «взаимное гарантированное уничтожение», оказалось, что я знаком с ним с самого детства. Мейсон Фрэнсис Скайлз, 45 лет. 10 лет назад он был главой миссионерской организации, пока не убили его жену. Мы должны срочно найти его. Может, кто-то мне скажет, что я тут делаю? 3 дня назад в Западном Бейруте был похищен гражданин Америки. Следующим утром мы получили послание от группировки «Освободительное исламское ополчение». Заложник у них, и они предлагают переговоры. Которые будете вести вы. У них в руках твой друг Кэл. Приступить к операции нужно немедленно. Если Кэл заговорит, трупы возле посольства вам гарантированы. Говорят, вы опытный дипломат. Так занимайтесь переговорами. Что вы хотите? Я обменяю Кэла Райли на моего брата, Рафида Абу Раджала. Мне нужно время. Олимпиада в Мюнхене. Мадрид. Рейс 305. 46 жертв. Все это дело рук Рафида Абу Раджала. Значит, вы ищете человека, который убил вашу жену? Раз невозможно вернуть брата, давайте искать альтернативу. Вот моя альтернатива. Он дал 6 часов, чтобы мы доставили его брата. Он скрывается. Забрался в такую глушь, что даже его люди не знают, где он. Сейчас они уязвимы, как никогда. Ты думаешь, они хотят спасти Кэла или информацию? Неудобный вопрос. Ливан захвачен бесами. И с этим надо что-то делать. И позволить Израилю захватить город? Мне надо увидеть Кэла. Я сказал, это невозможно. Невозможно, если только он мертв. 2000 лет мести. Кровавых распрей. Убийств. Добро пожаловать в Бейрут.